Всем привет! Сегодня открываем сезон катания на самокатах. В этот раз с друзьями в Парке Победы. На дороге ужасное покрытие. Лучше ехать по тротуару. Совсем другое дело. Дорога — это что-то нереальное. Плитка тоже не лучше. В общем, нормально кататься в этом парке только по тротуарам. И приятный бонус, если прихватить с собой орехи. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.